Те предложения, которые сделаны фондом по развитию Дальнего Востока, возможности привлечения достаточно серьезных финансовых средств, длинных, дешевых, сегодня подвигают наших потенциальных инвесторов, инициаторов проектов двигаться гораздо быстрее. Поэтому ряд проектов нашей основной отрасли, горнодобывающей, как действующих предприятий на месторождении Павлик, так и иных, в частности, освоения месторождения Штурмовое, действительно могут претендовать, и мы видим интерес фонда и возможности участия фонда в реализации таких крупных инвестиционных проектов. По развитию Дальнего Востока, собственно говоря, не находится в режиме ожидания, а идет навстречу к тем инициаторам проектов, которые сегодня готовы заявить о себе. Мы в этом убедились на этой инвестиционной сессии, которую провел фонд в Магадане. Это еще одно свидетельство желания развивать все территории Дальнего Востока, ну а Магаданская область не исключение, регион, у которого колоссальный потенциал. Я надеюсь, что у фонда по развитию Дальнего Востока здесь будет еще очень много интересных, серьезных, больших проектов.